Всем привет, дорогие мои друзья, дорогие мои подписчики, всем тем, кто заглянул на мой канал. Ну что, дорогие мои друзья, мы сегодня пришли в павильон, ваш долгожданный, многим полюбившим павильон стиляшки. Вот, девчонки, пожалуйста, визиточка. Так, подождите, что, и я здесь есть? Ютуб Тамара Шик? Вау, мама, что это? Ну что, дорогие девчонки, осень, зима, и мы уже начинаем переходить на куртки. Поэтому пришел большой ассортимент курток. Посмотрите, какая цветовая гамма в этом году. Очень большая. Анжела, доброе утро. Доброе утро, Леночка. Леночка наша. И еще у нас вон одна Леночка. Знакомьтесь, две Леночки и одна Анжелочка. Девочки, вам тоже огромное спасибо за ваш труд, потому что отпаривают, развешивают. Это тоже тяжелый труд. И поэтому, девчонки, поддержите девчонок. Одна Лена и вторая Лена. Девчонки, можно я загадаю желание? Потому что я стою между Ленами. А ты даже так. Подручки взять, да? Да. Это говорит о том, что у нас должно мое желание сбыться. Будется. Правильно? Конечно. А желание какое вы узнаете намного позже. Дорогие мои друзья, 10 числа еще дополнительно сообщу людям, моим дорогим подписчикам, кто пожелает приехать, прийти на мой проект, мы приглашаем вас всех, в том числе и стиляшки, да? Спасибо. Вы будете участвовать? Будем. Я вас приглашаю на свой проект, и чтобы вы тоже поучаствовали в моем проекте. Спасибо. Ну, а вот с такой ноты мы начнем теперь ваши курточки показывать. Давно не виделись. Еще раз привет, Анжелочка. Да, давай, рассказывай, какие у вас модельки. Быстрее хвались, я уже не терплю. Хорошо, давай. Мне уже не терпится. Начнем. Да, ну, давайте. Начну с того, что у нас куртки на каждый день в основном идут. На каждый день. Легкие такие вот, не сильно толстые. Так, начнем вот с этой короткой, наверное. Тогда, давай, да, с этого давай, ряда? Давай, давай. Начнем вот с этой вот модели. Посмотрите. Угу. Модель 46-56 размеры идут. В четырех расцветках. Наполнитель тут идет синтепон. Он идет весь простеганный. Угу. Тут у нас идет цена этой модельки будет 6 тысяч. Хорошо. Так, по так. цене. Дальше пошли. Вот такая вот спортивная модель тоже. Здесь все вот так вот. Открывается. Ну, открывается оно так для красоты. Угу. Тоже в четырех цветах. Могу показать размеры 48-58. Цвета вот черные, красные. Они просто разбросаны сейчас у меня по павильону. Угу. Но в четырех расцветках тоже есть. Такая будет цена этой модели 5800. Угу. Так, быстренько все расскажу. Вот такая тоже спорт-вариант идет. Спинка у нас здесь тоже. Видите, две ткани идут. Балонька. И вот такая вот, как идет меховушка. Идет как твит идет ткань. Тоже размеры 46-56. Молния тут прикрыта тоже, закрыта. Потому что не все тоже любят открытую молнию. Цена вот этой куртки 6 тысяч. Угу. Так, да, давай так вот перебазироваться сразу с лета на этот. Так, вот такая вот модель идут. 44-54. С принтом таким красивым, цветочки. Тоже 4 цвета есть. Цена будет 6 тысяч этой куртки. Так, а цвета показать надо будет мне, а то я так раз. А где цвета? Так, сейчас. Вот она, наверное. Нет, это другая. Я же говорю, все поразбросала везде. Ну ладно, мы будем идти потом. Да, потом будем идти, покажу я. Вот она. Черная. Черная, она красивая, изумрудная расцветка. Изумруд красивый, да. И еще пудра есть. Пудра. Просто не буду. Только как второй день открыли. Куртки, да, девчонки отпаривают. Пока еще не закончили. Ну давай. Вот такой вот красивая, такая курточка красивая, барашек. Смотрите, кармашки и сбоку есть. Получается, боковиночки и спинка такая красивая. Угу. Тут размеры 46-56. Такая модель у нас идет 6500. Тоже внутри вся простегана, холофайбер, молнии здесь хорошие. Сейчас открою. Вот, смотрите. Моделька тоже интересная, молодежка. Так удобно, можешь доставать, показывать. А видно. Все отлично видно. Да? Да. Вот такая вот модель. Вверх балонька. Она двухсторонняя идет. Смотрите. А обратная сторона будет у нас плащевка. Нужно показать обратную сторону. Но я тут внизу покажу ее. Хорошо. Тут размеры идут 46-56.
Это модель 6000, двухсторонняя идет. Это получается в белом, да, вот рядом? Она, смотрите, в красной, в белой джинсе, красивая джинса. Угу. И вот желтая, вот на желтой могу показать. Лимон такой, да? Такой желтый, лимонный цвет красивый. Обратная сторона, вот она тоже очень хорошая. Смотрите, красивая, ага, расцветочка. А это двусторонняя? Чисто черная, да, это двусторонняя. Обратно, ага, сейчас сторону переверну. Она вот у нас плащевка. Угу. Видите, получается, купила одну куртку, носишь как две. Очень даже интересный вариант. Стирается куртки, обычная стирка. Ну, в основном жидкими порошками. Не сваляется эта куртка. Наполнитель хороший. Так, дальше. Вот это вот у нас тоже двухсторонняя также куртка. Размер 48-58. Аналогично этой курточке. Тоже также плащевка идет внутри. Угу. Покажите там плащевочку. Кто однотонку хочет, кто вывернул, получается, и носит такую вот веселую расцветку. Такая куртка будет 5800. Вот такая вот модель у нас, кто у нас знает, кто у нас покупал. У нас весной вот эта вот модель была, мы ее все полюбили, мы в этом году снова заказали. Также двухсторонние, на клепочках. Смотрите, это обратная сторона. Она у нас есть, смотрите, размеры 46-56 и есть батальная серия 58-68. Получается, у нас норма будет 6, большие размеры 6500. Это в розничные цены. Вот это вот у нас куртка. А я цвета не показала, да, ее? Ага, давай. Вот они цвета. А, вот это тоже. Да, она... это пудра. Пудра. Покажите ее. Ага. Пудра, мята. И еще есть черная расцветка. Угу. Вот она у нас внизу. Все хорошо видно. Видно. Вот это, да. Вот такая модель стального цвета. Это уже идет односторонняя. Вот кулисочка внизу здесь есть, можно подтянуть. Тоже это новая модель этого года. Размеры 46-56. Здесь спинка такая интересная. Вот видите, такая кокеточка. Будет цена вот этой куртки 5800. Так. Здесь ткань, видите, идет под атлас. Под отталкивающий. Да, они все с пропиткой идут. Все ткани идут с пропиткой. От дождя хорошо, следов не оставляет. Гарантия есть на куртке. Так. Так, эту мы показали. Вот эту вот мы показали в тех цветах, которая была тоже. Спорт-вариант. Видите, она в цветах. 48-58. Эту мы уже показали с вами. Вот цвет той мяты, бараши, которая... Мятная расцветка была, спиночка черная, тоже, да, и черная. Вначале удобно показывали мы ее, да? Да, вот она в мяте. Так, переходим к следующей. Так, вот у нас двусторонняя куртка. Тоже мы показывали. Вверх плащевка. Мы показали ее. Их три модели разные. А, три разные? Да, разные, три. Здесь три модели есть двусторонних такой же плащевкой. Угу. Вот смотрите, она идет кармашки такие накладные, вверх плащевка. Обратная сторона уже идет цветная. Ага. Видите, какая красивая, двухсторонняя. А, ну размеры, да, там карманы 48, разные, да, карманы 48-58. Я смотрю, думаю, может, показали ее. Нет, двухсторонняя 6000. Вот эту мы показали, это односторонняя идет. Это будет 5800, размеры 48-58. Так. Так, вот эту вот. Вот эту давай покажу. Вот это вот реглан. Эта куртка тоже на повторе в этом году. У кого ручки, да. Да, 40, у кого ручки, у кого грудь пышная. Вот тут хорошо сидит реглан, прям такой. Кто любит оверсайз, объемный стиль, она очень хорошо садится. Размеры 46-56. 5500 такая. Так, это так, показали, вот эту показали, только в цветах, изумруд. Это изумрудная, тоже 46-56 размеры. Вот это вот такой модель. Такая пудра. Ну, он такая для женщин, для спокойных, кто любит спокойно, не такие ляпистые тона, да, вот такие вот яркие, что ли, не на ляписто, кто любит. Вот эту вот курточку можно, тут длина хорошая, середина бедра, капюшончик здесь такой вот несъемный хороший. Я покажу ее вам поближе, вот она здесь, чтобы видно было. Вот она такая елочка сзади. И тоже цвета, вся, да? Простегана, да, вся молочная, вся простегана, молочная, серая, голубая. А, голубая. Да, размеры тут там 46-56, полномерная прям, до 60-ки сядет она. Внутри также все простегано, капюшончик аккуратный, небольшой.
Такая будет 5800. 5800. Так, ну давай вот эту модель, да, покажем. Да. Вот она же, вот эта. И вот эта вот одинаковая. А, вот она. Ага. Да, молодцы, наша модель. Да. Смотрите, так. Здесь же размер опять 46-56 полномерная. Это фабрика полномерная отшивает. Здесь допуск есть. Она немножечко здесь можно ее приоткрыть. Если бедра у кого, да, пошире, у кого, да? Бедра, здесь, видите, угу. Расширитель такой вот есть. Вверх, видите, комбинирован. Здесь идет балонька, а здесь идет твит. Угу. Твит идет барашечек. Тут цена будет 5800. Так, давай вот эту начнем, да? Давай mm-hmm. покажем вот эти модельки. Стеганые такие. У меня такая простеганная. Капюшон здесь съемный. Шалька идет, воротник. А, захотел на этот. Да, захотел. Ну, вообще сняла. Вот шарфик, как пиджачный, да? Вариант. Mm-hmm. Как пиджачный вариант. Размеры 48-58. Вся простежка идет. Кармашки идут на накладные. На клепочки. Да, на клепочки накладные. Такая модель 6000 будет по цене. Ага, и в сером цвете еще есть. Да, вот ты мне помогаешь, умничка. Конечно. Изумруд, серый. Надо же тебе тоже со мной поговорить. Да, куда а ты сбились? А то у нас съемки всегда по утрам, когда мы еще такие сонные, еще прям не проснувшиеся. Не проснувшие, конечно. Да. Вот эта вот модель я вам показала, она в больших размерах. Угу. Смотрите, какая, оверсайз. Голубой. Голубой цвет. Мята, нежно, и мята черный. И черная, да? Вот он, черный, красивый. Нежно-ка. Цвет очень. Угу. Так. Так. Эта модель тоже такая классика. Угу. Ничего лишнего. Кто любит такие спокойные тона? Вот она. Длина бедра прикрывает. Капюшон не съемный, также простегана. Размеры 48-58. Здесь у нас молния прикрыта. Цена 5800. Расцветки тоже, да, разные? Да. Угу. Вот, голубой. Хорошо, напоминаем. Конечно. Красивая оливка такая, красивая фисташка. И вот такая джинса. Три расцветки. Отлично. На осень красивые расцветки. Не напомнишь, забудете. Да, конечно. А забудете... Ты моя помощница. А знаешь, почему напоминаю? Да. Потому что мне же потом подписчики напомнят про цвет и цену. У меня корысть своя. Понятно? Да, понятно. Так что... Такая вот модель комбинированная тоже. 46-56 полномерные размеры. Получается, у нас длина будет... Так, длина у нас будет здесь 76 сантиметров. Тут хорошо будет. Бедра прикрыты. Карманы. Карманы. И в цветах она есть. Внутренним, я думаю, показывать не показывать. Как смотри, девочкам. Вот она, как внутри все простегано. Угу. Еще не успели все покажем. Отпарить. Оливка, молочный. Три цвета или еще есть? Нет, смотри, это идет такой изумрудный. Изумрудный такой цвет. Даже. Беж. И еще один у нас тут цвет, где-то он висит у нас. Наверху, а какой? Вот наверху джинса. Джинса. На самом верху, да. Все. Так, переходим к следующим моделям. Переходим к следующим. Девчонок, девчонки, курток очень много. Заходите на WhatsApp-группу к девчонкам, заходите в альбом. Вот смотрите, выбирайте, делайте скрины. И девчонки начинают все работать, отправки усердно, отправлять в регионы, везде, везде, везде. Так, подожди, а мы вот эту пропустили. Давай вот эту. Не пропускаем. Я же уже говорю, пропускаю. Вас не проконтролируешь, вообще все пропустите. Давай. Такая пудра, расцветочка идет. Размеры 46-56. Капюшон здесь съемный, длина бедра прикрывает. Кармашки такие интересные тоже в этой модели. И в цветах она есть в изумрудной такой, вернее, хаки расцветка. И синяя наверху висит. Угу. Так, отлично. Так, цена будет 6 тысяч такой курточки. Так, эту пропускаем, мы смотрите, показывали, у да? У нас, я не сказала, да, производитель у нас Пекин фабричный и Корея. Есть немножечко Кореи, в основном Пекин фабричный. Угу. Так, давай. Так, это такая же, мы показали. Да, мы показали наверху. Ее. Мне показали. И вот это у нас такая укороченная. Может, кто помнит. У нас такая красная вот была. Помните, на сейчас эта модель на повторе. Она вообще шикарная модель. И да, ее полюбили. Да, ее полюбили, потому что она идет такая, как светодиодная. Вот эти вот есть. Буковки красивые.
А такая только расцветка или есть другие? В четырех расцветках. Четырех. Размеры 46-56, но полномерные. Угу. Длина тут хорошая будет. Чуть-чуть вот середина бедра получается. Так. Девочки, там вот она в этом цвете. Нежный такой как цвет. Как перламутр. Перламутровый такой. Такой нежный. Она же есть черный и изумрудный. Чуть дальше покажу я расцветки. Так, давай вот эту так, покажем. Вот это у нас, смотрите, двухсторонний опять же. Ага, смотрите. Кармашки здесь. Кармашки здесь хорошие. Вот только здесь вот идут накладные, плащевочка. Здесь уже идет баллонька. Размеры 48-58. Двухсторонняя 6 тысяч будет. Так. Девочки, смело вот, да, вот рассматривайте. Здесь внутри идет, синтепон идет сплошной. Он внутри простеган, полотном ложится. Он не сваляется. Как так. Я говорила, гарантия есть. Вот такая курточка пиджачком идет. Хорошая такая модель, не длинная, кому кто хочет без капюшона, как раз вот в самый раз. Не сильно длинная такая длина идет. По размерам 46-56 и расцветки. Пудра, вот она наверху, так вот серая есть и пудра расцветка. Пудра, а вот она по низу. Ну, покажем, ага. Да. Вот такая будет 6 тысяч. Вот у нас новиночка, вот это вот прям тоже, да, у нас газетка как была, да, вот это вот, газетка в этом году опять на повторе, и вот это новая, тоже очень интересная, модель такая, как газетка, только ткань у нас получается. Газета спорт. Чуть-чуть более такая баллонка, да, та идет более хлопковая, это чуть баллонка такая, спорт красивый тоже вариант. Размеры 46-56, цена этой куртки будет 5,5, девочки. Ну, как всегда мы говорим, от Тамары Шик всегда скидки. Да, девочки, приходите, вы говорите, говорит, что вы Тамары подписчик Шик. Тамары Шик, и вам делают у скидку. Нас скидки всегда есть, потому что на рынке цена одна, а если подписчик приходит, делают хорошую скидку вам. Да, конечно. Вот такая вот модель, спорт-вариант. Смотрите, спортивный такой стиль. Размеры 46-56, полномерные. У нас все у нас куртки, все размеры идут полномерные. Если даже если это пекин фабричный, но он идет в фабрику, они всегда отшивают не маломерки, как у многих, а прям такие вот хорошие размеры. Тут у нас будет цена 5800 этой куртки. Она в цветах тоже есть. Голубая, изумруд мы показывали. Так, вот этот вот цвет, как и наша черная. Угу. То, что показали, такая же белая есть красивая. Здесь кармашки. Можно их подтянуть вот так вот. Да вот, можно широко оставить. Поширше. Угу. С рюшечками. Очень такая по ткани, она прям воздушная, эта модель. А это за кадром вам скажу, когда девчонки болтают иногда, я им вот так показываю. Это мы показывали с вами. Так, это я вам показывала, вернее, вам. Модель двухсторонняя. Так, вот это вот тоже двухсторонняя. Показывали мы ее тоже, эту модельку. Вот наша всеми любимая газетка. Это в том году, да, мы ее прям... Это весной была, не в том. А, вы, да, да, весной, в этом году, но весной. Я имею в виду сезон, да, да, да. А сейчас ее опять отшили для осени. Очень такая модель популярная была она. Дай, пожалуйста, мне там два цвета еще этой газеты. Да, она очень была популярная весной, и многие ее полюбили, да. Опять же берут, опять же ее покупают, потому что газетку... Несет. Газетку, а видите? Музыка вот начинает играть. Да. Вот они еще цвета. Вот они цвета. Джинса красивая такая расцветка. И беж. Такой спокойный нейтральный цвет. Угу. Вот так. Мне вот так уже нравится подход работы ее. Конечно. Да. Так, цену размер сказали? 46-56. Цена 5800. 5800. Это я извиняюсь. 5500 это как кита. А, 5500. Я уже... Да. Я уже все с утра. Вот это у нас идет как пиджачный вариант. Как оливочка была, да? Угу. Вот это же в пудре. Да, мы обещали ее показать вам, да. Да, вот пошли дальше. Это как у нас двухсторонняя... Красная, как по-моему, да? Как красная, правильно. Вот как ты у меня запоминаешь. Видишь, как я запоминаю? Даже лучше, чем хозяева. Ну, я после отпуска. Мне есть скидка. 3 недели здесь не было. Я отдыхала дома. Ладно, я ее потом за кадром... Это, отпарю хорошо, вот этим отпаривателем, девочки. Возьму у Лены отпариватель и отпарю. Я еще не вошла в колею, подожди. Да, я еще после отпуска. Как-то Шик запомнила цвет, а хозяева не запоминают. Не
конечно. Здесь два дня только все... Забыла сразу. Сделали. Да. Так, опять же, цена. Цена, хотела сказать. Размеры 48-58. Цена двусторонняя 6 тысяч. От водоотталкивающая ткань такая? Да, да? Это у нас идет плащевка. Плащевочка. А внутри идет... Смотри, это уже идет балонька. Ну, пусть давай. Это пусть не смущает, если плащевка там балонька, и пусть не смущает, так как она все водоталкивает, следов вообще не оставляет. Барашки, барашки, наши я забрала. Обратила наши внимание, барашки, да? Барашки такие интересные, да. Полномерные размеры 48-58. Барашечки наши красивые. Одену, покажу вам тоже. Шикарная обязательно модель такая. Вот она, боковинка раскрылась. Раскрывается. Кто в машине, очень даже удобно, практично. Наши любимые барашки. Как бы шубейка, куртка, ну, да, да, такая? Она как шубейка, куртка. Но она сейчас в тренде, вот легкая. Эти вот барашки. Угу. Тут они в расцветках у нас есть. Пудры. Смотрите. Угу. Пудра. Такая вот серо-голубая. Угу. Серо-голубая и черная, шикарная, да, черная расцветка. Тут размеры 48-58. Цена 6,5. Угу. Красивая такая модель. Так, ну давай вот эту белую покажем. Да, вот, вот это вот у нас мы показали, да, буковки показывали наши. В цветах просто покажем. Еще это изумруд на витрине идет. А это у нас идет черный, богатый черный. Угу. Так, давай вот эту с карманами. С карманами. С кармашками. Подальше красивая чуть-чуть, а то ты мне прям вот так в лоб чуть не дала камерой. Такая вот у нас молочная расцветка, красивая. Вот приди к стиляшкам, убьют еще. Кармашки и сбоку есть, девочки. И вот так вот сверху есть тоже кармашки. Размеры 48-58. 6500 такая модель. Расцветка пудра и белый, пудра, да? Пудра, молочка. Почему? Черная и вот та вот. Все, я поняла, расцветка, которому уже ее показывают. Да. Ничего. Ну, она, видите, в разном цвете, она смотрится по-разному. Ну, конечно. Совершенно по-разному смотрится. Так. Что нам показать? Ну что, Анжел, давай вот эти моделечки еще покажем, да? Да, вот эта вот модель у нас большие размеры, 52-62. Угу. Анжел, я извиняюсь, скажи, пожалуйста, а вообще самый большой размер в 68. Курток? 68? Да, 68-70. Угу. Есть. Мы вот девочки тут парят сейчас, получили 8 моделей как раз тех больших размеров. Обязательно моделей покажем девочкам. Да, вот это идет пока у нас 52-62. Это модель такая у нас удлиненная, бедра прикрывает. Капюшон здесь съемный. Цена вот этой модели 6 тысяч. Такая вот, ничего лишнего. Видите, классика, не сильно толстая, молния здесь реверсная. Она в цветах есть. Черная в бежевой. Черная в бежевой, изумруд и еще темно-синий. Ну, цвета отлично, так скажу. Да. А потом уже. Давай вот эту модельку покажем. Вот такая вот модель. Двухсторонняя идет. Ну-ка, птички. Перламутровая такая. Да, это птички опять на повторе. Они. Я даже увидела. Да, они на повторе птички у нас. Птички наши. Двусторонние. Потому что есть модели 5-6 на повторе в этом году. Птички наши 48-58. По размерам цена идет 5500. Так, что еще не показала? Быстро вот показывай. Вот модель не показала. Размеры 48-58. Капюшон здесь съемный. Цена будет 5800 этой модели. Кармашки здесь такие вот интересные. Это спорт-вариант. Спортивные. Спортивные. Также есть цвета. Горчица есть, голубая есть, молочная есть и хаки. Отлично. Что еще спрятала? Вот такое. Спрятала. Здесь надо доставать очень много. Да, 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 да. Вот такая вот модель, пиджачный вариант. Смотрите. Угу. Пиджачный такой вариант. Размеры 44-54. Идет она двухсторонняя также. Сердечки лово-лово. Сердечки. Видишь ты, как у меня все видишь хорошо. Конечно. Да, она же есть вот в мяте и в пудре. Цена будет этой двухсторонней 5500. Так. Так, все, по-моему, да, у нас по коротким. Ну, по коротким, я думаю, по что коротким, да. По коротким, да, все у нас. Ну что, дорогие девчонки, вот мы сняли первую часть. Ну, вообще, посмотрите, курток уже много, поэтому можете выходить к Анжеле на после первого даже видео на WhatsApp, на страничку ихнюю,
и их страницу, и Анжела вам покидает те модели, которые вас интересуют, да, Анжела? Да, конечно, покидаю. Просто кто уже у нас уже брал, я не стала так сильно обширно рассказывать, какой ткани, все, вся ткань у нас везде, вся ткань идет хлопок с пропиткой. Пусть не, смело, как обращается, смело покупает, потому что она нисколько не оставляет следов, не сваляется после стирки, гарантию мы даем. Наш товар, кто с нами работает, знают. Ну да. Оптовики тоже у нас с нами, кто работает, уже все нас знают. Ваши. Да, павильон стейляшки. Да, корпус Б, линия D59 и G56. Вы можете зайти и с одной стороны, и с другой стороны. Приехали. Ленусик. Ты моя зая. Посмотрите, девчонки. Как можно этой девчонке не поставить лайк и не поделиться их видео? Вот как? Посмотрите, как она тщательно старается для вас, моя девочка. Да, чтобы красиво было, да. Чтобы были ок и шик. Да. А ты ко мне на проект придешь? Обязательно. Обязательно. Так что... Группа поддержки должна быть. Вот такие вот девчонки, стиляшки. Да, и девчонки, пожалуйста, на проекте голосуйте за девчонок павильон стиляжек. Они этого достойны, они заслуживают голоса. Поэтому, девчонки, всех вас любим, мы целуем, обнимаем, но мы не говорим до свидания. Мы говорим до новых, до новых встреч. И, девчонки, сейчас уже будут потеплее куртки приходить, да? Я так поняла. Да, попозже. Сейчас вот немножко еще осень у нас есть, поработаем хотя бы еще месяц. Но после 10-го уже будут теплые уже зимние варианты. Очень много будет моделей в этом году, зимней коллекции. Так что следите за новинками, подписывайтесь на ТикТок, девчонки. Мои ТикТок ссылки и Инстаграма все тоже под видео. Нажимаете и переходите. Также мы там в ТикТоке все моделечки Анжелы тоже снимаем на Анжеле, чтобы вы видели эти модельки. Да, у меня тоже ТикТок есть. Да, я и говорю, и подписывайтесь на ТикТок Анжелы, потому что она тоже сейчас начала показывать туда свои куртки. Да. А мы не говорим до свидания, говорим всем пока-пока. Пока-пока.